Приветствую вас, друзья. С трех вокзалов, с Плешки. Куда, думаете, я поехал? Поехал я в Питер, своей любимой женщине. И там сделаю челлендж хочу сделать. Думаю побить свой рекорд трезвый. В основном я здесь пьяный только хожу. Ярославский вокзал, Казанский вокзал. Это Ленинградский вокзал. На поезд пошел, друзья. На посадку идут, друзья. Все, до Питера еду. Все, друзья, сел в поезд. Поезд. Сейчас поедем. Правда, не в купе. В Аскарте еду. 8 часов. Посплю. Все, друзья, поехали. Трогаемся. Расстелился. Всем доброе утро. Подъезжаю в Питер, друзья. В Петербурге. Я выспался, не спал всю ночь. Остываю. Буду таблетки пить. Все, Питер. Как неведомый колдун, в эпицентре съемной хаты, я срываю канаваты, предвкушаю колоту. Чайный труп на не стакан, будто черная сметана, и это слово кувыркается во рту. Убей меня. Поднимайся с кровати, завязай свои кроссы, за себе тачку, тормозни у киоска. Веточку я выслал, как квартал даю. Не забудь себя в числа. Не воздись домофона, мы не глупы дверьми. У соседей ребенок. Поищи меня, Ваня, каши же целлофане. Пушка в левом кармане. Убей меня. Приветствую вас, друзья, на своем канале. Больше года прошло, я здесь был, кстати, в Питере с Андрюхой, с сынком были. Сегодня я пришел с любимой женщиной сюда, но я ее показывать не буду. Тут, говорят, мой рекорд побили. Я ее, помню, съедал 1,5-килограммовую пиццу за 5 минут. А? Зачет? Сколько? Получается 5 минут 45 секунд. Рекорд побил. Добрый вечер. Добрый вечер. Бронировали или ожидают вас? Я пришел пиццу бесплатно съесть, но тут держной рекорд пробили. Прекрасно. А вы уже ели ее раньше у нас? Больше года назад я ее за 5 минут съедал. Но пиццу можно съесть только один раз. Акция действует только 11. Да. Попыток съесть можно быть сколь угодно, но успешное поедание может быть только один раз. Да. А тут фотка-то есть? Да, моя? Фотография висит, можете пройти, найти себя на стене. Вот посмотрим. А вот. Так что мне нельзя здесь даже съесть ее. Второй раз нельзя повторить свой рекорд. Но мы не переживаем, друзья. Чё? Здесь есть где хинкали? Это грузинский ресторан хинкали. Ну а что, друзья, мне спица и обломили. Вот я пришел, хочу себя испытать на прочность по хинкалям, друзья. Хинкали сейчас 15 штук закажу и за минуту посмотрю, сколько я их съем. Да, это жестко. Мне вот 15 хинкали. Вот. Какие? Баранина? Вот. Нет, ну вот. Свинина, говядина, да? Да, да, да. 15 хинкали, хорошо. Ешь ко мне хвали. Сколько? Три штучки паре, 15 хинкали микс. Здесь один хинкали 80 рублей стоит, друзья. Вот. Сейчас мы будем испытывать свой желудок на прочность. Да, соты, можно подсоединить? Да. У меня просто свой канал на ютубе. Я много ем, я вот приехал сюда. Вот хинкали хочу испытать за минуту, сколько съем. За минуту? Хинкали съем? Да. Да.
Дробки только оставлять буду. Так что как-то так. Мономаха. Вот такие хинкали, 15 штук, они огромные. Вот такие. Сейчас время поставлю, засеку, так что обязательно напишите, сколько я хинкали съем. И поставьте лайк или дизлайк. Так, вас благодарю за позитивные комментарии, за лайки. Вы настоящие друзья. А мы сейчас будем приступать скоро. Друзья, ну подостыли маленько, сейчас проверим. Есть контакт. Ассистировать моя будет любимая женщина. Будет говорить мне, сколько осталось. Отпечил. Папаху снимем, эту тоже снимем. Будет жарко. Здесь будет убитые хинкали. Не взяли меня на чемпионат Москвы по поеданию хинкали. Я в Питере провожу чемпионат хинкали. За минуту сколько я их проглочу, по жопкам будем считать, нажимаем, подожди, говори, раз, но с трех. Раз, два, три, поехали. Подожди, а что он не нажимает? Давай, Сережа, ты должен это сделать. Все, стоп. Тринадцатый начал. Маленько не хватило, друзья. Там время как-то неправильно. Кушай теперь спокойно. Да, приятного аппетита. Гоню еще горячим, подостыть не дал. Не получилось с пиццей сделать рекорд. Получилось, маленько не хватило до 13. С вами был, как всегда, Серега Кишкобуз со своей любимой женщиной. Она ассистировала мне сегодня. Первый раз. Приветствую вас, друзья. Сегодня я нахожусь на Финском заливе. Туда спущусь на лед. Главное не подскользнуться. Пойду пройдем. Сколько рыбаков тут много. Красота! Напишу. Спасибо. Спасибо.
все приехал, друзья. Все нормально, доехал до Москвы. Дорога нормальная, доехал. Все отлично, без происшествий, так-то удобно, все нормально.